Виктория Чистюхина, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». Женился, забросил бокс, но все так же поет. Алексей Кузнецов, прославившийся на всю страну победой в национальном талант-шоу, возвращается в Донецк. Правда, ненадолго. Алексей споет на концерте, посвященном трехлетию телеканала «Донбасс». Волшебный тенор Кузнецова вы услышите в прямом эфире 9 ноября. Артист везет особый музыкальный подарок. Happy birthday, Терка Донбасс. Happy birthday to you. Поздравления по-английски от артиста и земляка Алексея Кузнецова. Он тренируется праздновать трехлетие канала заранее, с песнями и раздачей автографов поклонникам. Автограф в медицинскую книжку мне. Ну, потому что больше ничего нет. Это самое оригинальное, да? Самый оригинальный автограф. Можно, пожалуйста, да? Напишите для Юли, для Юлечки. Можно, пожалуйста, автограф? Давай. Как зовут? Сережа. Мам, привет! Самому певцу с мамой тоже хочется увидеться. Говорит, первым делом до концерта в Донецке поедет домой и отведает коронное мамино блюдо. Скучаю, конечно же, за традиционным фирменным борщом, окрошкой. Кроме борща, дают вдохновение Алексею и прогулки по родному городу. Мне нравилось гулять со своими друзьями по городу Донецка. После тяжелых тренировок физических, после бокса. На бывшее хобби – бокс, объясняет артист. Времени уже нет, осталось только на музыку. Большинство концертов у него за границей, а вокалом занимается с именитыми преподавателями там же, в Австрии и Англии. Алексей признается, попасть к самому лучшему учителю ему так и не удалось. У меня была мечта попасть к маэстру, к моему кумиру Лучано Паваротти, но, к сожалению, теперь это невозможно. Так как маэстро нет с нами, но есть его записи. Также артист учится быть мужем. В прошлом году он распрощался с холостяцкой жизнью. Моя семейная жизнь отличная, плодотворная, благоприятная. И я этому очень рад и счастлив, что у меня есть человек, который всегда меня поддержит. Дети – это цветы жизни, они у нас обязательно будут. На празднике канала «Донбасс» обязательно прозвучит тенор Алексея Кузнецова. Он обещает изумить публику новой кавер-версией песни из фильма «Крестный отец». Дорогие датчане, уже совсем скоро, 9 ноября, в городе Донецке состоится день рождения телеканала «Донбасс». Трехлетие. Хочу вас видеть на своем концерте с участием новых звезд. Ваш Алексей Кузнецов. Станислав Мирошниченко, Елена Власенко, Вячеслав Филюшкин. Специально для телеканала «Донбасс». Второй этап Кубка Украины.